challenge time! И снова всем привет, и я поиграл ровно минуту, сделал непонятную херню и вышел, решил, думаю, ладно, с вами начну, чтобы было интересней. Вот, но я смотрю, что я очутился за минуту до того, как я это сделал. В общем, спустился я сюда, с этого, думал, поищу какие-нибудь тут хабарские штуки. И вот теперь не уверен, что, наверное, я все-таки вначале их пойду смотреть. Ходит тут, значит, вот такой чувак. Я на всякий случай смотрю, что он, вот видите, как близко подошел, и он ноль эмоций. Я думаю, интересно, подошел сзади, смотрю, осмотреть. Я думаю, окей, нажал осмотреть, он взял, залез в этот самый, в решетку. Чувак куда-то пошел. Интересно, можно... О, какой я молодец. Поглощение урона от огня, отлично, чё. И я вот теперь не знаю, я просто же всё недоисследовал еще. С одной стороны, с другой стороны, интересно, куда нас это приведет. И могу ли я вернуться просто отсюда? О, могу. Значит, что мы делаем? Мы сейчас пойдем быстро тут все шняги посмотрим. А после этого уже мы, ну, пойдем раздавать всем люлей. Либо нам люлей раздадут, что более вероятно. Лети, лети за солнцем, сбивая кишки в кровь. Огненная бомба, какая нужная, неожиданная вещь. Скоро они в этот будут складываться. В сумку дождь и щит. Впереди друг. Жестокое избиение может помочь. Еще одна бабушка исчезла. Так что внучок несет клетку. А бабушка никогда не вернется. Так что полезай в клетку и стань бабушкиной тенью. What? Ты кто вообще такой, Чувак, у тебя охрененный на самом деле голос. Тебя в дикторы каким-нибудь или в классную озвучку какого-нибудь персонажа, но никак не вот это вот клетки. Жесть какая. Оу. Не пугай меня так. Что-то кувыркается иногда. Так, ладно, сейчас, значит, мы зайдем до моста. О, достал. Миллиметрик буквально. Большая душа. Мы такие уже душевные люди, знаете. О, Оксалыч пошел играть в Payday. Ох, нихера себе ты. Надо было сразу тебя пинать. Так. Да, я забыл, что она теперь по два раза кнопку нажимать. Впереди сильный враг. Да, в общем-то, там нету сильных врагов. Там есть засада. Во всех смыслах. Круглый щит с кадуцией какой-то или с чем-то там. Чуваки! Я просто не хочу тратить лишний раз. Труп что-то как-то висит странно. Да нет, вот сюда. Спасибо. Теперь. Мой дружок. А, здесь нету. О, нету! Он так всегда удивляется.
так удивленно удивляешься. Чпок. Чуть-чуть не хватает, чтобы. А вот тут из-за дальности, видите, приходится. Интересно, что есть взрывающие тебя бочки? По-моему, они тоже взрывающие. Интересно, если я выстрелю. Нет, они просто ломаются. Интересно. Может, тут какие-то остаточные у них в них этот. Ну, вон, я даже могу по ним прыгать спокойно, ломать их. Остаточный дым, или как это правильно сказать? Остаточный газ. Как бензобаки. Взрывает, может взорваться не сам бензин, а его испарение. Ты еще живой, бляха-муха. Сдохни. Пепельного эстуса не осос. Ладно, если что, в костерке посидим. Так. Да и что-то без маны совсем идти как-то мало желания на самом деле. А, там вон там было. Я видел, что там что-то вроде должно было быть. Поговорить хотел с товарищем, а он что-то как-то не сильно разговорчивый. Ну ладно. Не хочешь говорить, не надо. Так, итак, у нас есть внизу и... Вот тут надо посмотреть, у нас что-нибудь есть тут. А вот мы пришли в этот самый как раз, да? Тут мы, по-моему, все тут взяли, да? Кто там еще хотели бошку скрыть? Вау! Это бег в прыжке, да? Ну как ты, так, тык, 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 тык. Ха! О, нифига себе! Давайте. This is Sparta! Ну не так. Почему ты не ударил? Вот когда надо, ты не бьешь ноги. Ну что за безобразие? Во. Ну ладно, в следующий раз будет со Спарта. Как раз сейчас товарищи здесь убьем. Не, ты не прав, совершенно не прав. И за это тебе придется умереть. Осколок. Ну, кстати, так и до сих пор ничего не качаем. Проще не того, что я не знаю, что качать, потому что я всего оружия ж не видел. А я как-то не люблю на самом деле тратить все излишне. Так. Что-то кто-то умер так ненавязчиво. Кстати, заметили, теперь если кто-то умирает не от моей руки, вот в третьей части, то мне за это души не дают. Раньше как-то давали. Не знаю, как будто я был главный поглотитель, что ли, душ. По-моему, просто висит или с чем-то. Похоже, просто. Чувак, у тебя был шанс на самом деле. Прямо таки недурственный. У тебя был неплохой шанс, да. Ударил ты меня. И ты им воспользовался. Ага. Unkindled, are we? Welcome to me. I am a crow. But here we are. I hear the unkindled care to learn some time. Ну обучи. Опять тебе в этом искать.
у тебя в гостях. Ладно, найдем. Так, я хотел... Тебе норм, мужик? Вообще с другого ракурса хотел посмотреть на это все. Точно, не взяли, повзрывали товарищи. Я там еще не, просто не все посмотрел, мне кажется. Я хотел с другого ракурса это все глянуть. И кто из нас больше дурак, ты или я? Я, который умудрился промазать по тебе, или ты? Который умудрился меня не ударить. Благодари разработчиков за свой кривой хитбокс. Да чтоб тебя! Нет, 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 нет. Какие-то странные разборки, ну вас в жопу всех. Круши там всех. А меня не трогай. Насчет пиромантии. Интересно, есть ли что-нибудь полезное из пиромантии, что я могу все-таки применить? Все-таки мне этот чувак не дает покоя. А смотрите, нет, все-таки что-то в нем есть, похоже. Ты далеко не убегай. Ну, конечно. Смотри, чувак, шах. А потом я такой, шах. Не успел последний раз ударить. Протазан какой-то. Вопрос теперь, смогу ли я... А, смогу пробежать, потому что тут уже все взорвано. Чувак, я все-таки тебя освобожу, пожалуй, или нет? Ты меня так смущаешь со своей этой. Все, ну теперь я думаю, надо пойти все-таки узнать, куда же ведет нас дорожка в решетке. Хотя боюсь, что там, скорее всего, просто будет тупо босс какой-то. Там, топ. А, ему похеру. Блин, не успел повернуться. Да сколько тебе, блин? Теперь ты. Есть. Контакт. А мы этих ребят так и не пнули, ладно. Думаю, еще вернемся к ним. Что-то куда-то хрень интересная идет. Мы там будем, не будем. Эй, бабуля! Закурить есть? Ну, сейчас посмотрите заставку. Вот логика просто отсутствует. То есть идет такой чувак, такой... Спускается, такой, о, окей. И такой, смотрите, как он... Прикинусь трупом.
Вообще идея, понимаете, залезть в решетку, в клетку, к незнакомому большому мужику, который вот отряд таких убивал тебя. Ау. Который потом тупо тебя скидывает откуда-то. Итак, это совершенно незнакомое место. На летсплеях я его не видел. Я вообще не знал про его существование. Поэтому я даже не знаю, что тут нас может ожидать. И это меня немного пугает. Эй, подождите. Показывали кучу решеток. И в одной из них было... Был Хабар. И в прошлый раз тут было... А вот, вот эти вот были куча решеток. Да, я же еще удивился. Ну, что-то куда они пропали. Ну, Хабара теперь я зато не вижу. Или что-то просто блестело. Ну-ка, по другим ракурсам. Не вижу. Так, воды тут немного, поэтому никакое ржавое нам кольцо пока не нужно. Но это только пока. Получилось. Ой-ой-ой. Время пришло, радость. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, что здесь случилось? Это яма для опустошенных, а не для таких, как вы, здоровых. Или тоже из опустошенных, но прикидываешься, что это не так. А, ну, нет. Нет, нет, конечно нет. Все вы психи так говорите. Скоро мы все сойдем с ума, если ты из нежити, то уж тем более. Ну, а я себе сказал, да? Щит бога войны. Давайте посмотрим, какие есть. Молнии получше. Магия получше. Все похуже. Все получше. Вот, ну, силу она будет качать для этого. А, такой же, как у нас, потому что это наш. Щит бога войны. Кстати, многие параметры неплохо, но... Конечно, тоже не 100%. О, вот это вообще шик. 36, да, но это мы его видели большой. У нас таким товарищи пацаны выносили. А может, ты мне скажешь таки? Дасть кость оковы, ну, отсутствует в инвентаре. Ясно. Может быть, это тупик? Ну, может быть. Может быть, конечно, можно попытаться типа замочить. Мародеры. И этот смеется. Все смеются. Ясно. And for the occasional man, you've better things to. Нам будет прочитать. Кость какая-то, значит, да? Это, наверное, для ПВПшников. Возможно, вот как есть у Ордена Солнца, когда у тебя он более ярко и там, наверное, золотом переливается. Когда ты сколько-то людям поможешь боссов убить. Тут, наверное, такая же херня. Надо будет это выяснить. Если вы знаете, то вы напишите мне. А то я, как всегда, забуду. Костер храма. Давайте в этот пиромант-то посмотрим, что у него там из магии. Видели, там щит нужно упереть, вот этот лук упереть в землю, чтобы с него стрелять. Не самая удобная штука.
Так, давайте пойдем искать нашего товарища. Пойдемте еще что-нибудь качнем, наверное. Так, вот ты у нас кто? А вот и пиромант как раз. Смотрите, как мы его нашли. Спасибо. Укрепить пламя пироманта. Что для этого требуется? Только души? Ну, отлично, что? Изучить пиромантию. Огненный шар. 6 того, 6 другого. Расход не слабенький. Огненная струя, ну нафиг. Мощный поджог. Мгновенный пот. Повышает подотделение, увеличивает поглощение огненного урона. Вот это может пригодиться в будущем. Поэтому мы пока ничего не будем. Так, давайте хоть посмотрим, где это, чтобы мы запомнили. Это у нас рядом с кузнецом. Так, вот эта дорожка нашей черепашки приведет. Сколько у нас? 3 раза уже нам помог, да? А, он пока не может. А, вот, какую-то штуку нам дал. Все, да? Стрела души, двуручный меч, волшебное оружие. Волшебный щит. Могли бы убрать его, раз все равно нету. Бисе. Сам ты бисе. Биси сам. Я не собираюсь сегодня умирать, я не буду беситься. Между тем, сколько нам не хватает до уровня? А, вот что я хотел, я вспомнил. 4500. Ну, кстати, не так много осталось. В туториалах я видел, что ключ у нее. Он у нее только один ключ. Ладно, пока забьем. Так. Ну, отлично. Да, я же забыл, что мы тут нашли. А не находили ли мы больше осколков? Давайте проверим. Хоть. Что мне нужно? Укрепиться хочу. Нет, нету. Жаль. И в костерок. Так, хоп. Итак, куда мы отправляемся? Подножье утеса мне не надо. Обетшалый мост. Обетшалый мост. Ну, давайте туда по краткому пути пойдемте получше посмотрим. Транспозиционная печь. Искверненные души, создавай предметы. Надо посмотреть, что это вообще такое. Для чего она нужна? Это вроде бы куча информации, вроде бы при этом полезности в ней не так много. Нахер? 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 Всей толпой идете нахер. Ты что там делаешь с собакой? Мужик с факелом. С лампой. Че, правда? Ну? Хе-хе. Ну? Давайте там. Сожри ее. Мне страшно сейчас выяснится, что собаки умеют лазить. Уголь. Я слышу дзинь-дзилинь, кстати, еще. Клево ты отскочил. Так держать. Чпок. Чпок. Я сказал чпок.
Разрешите вас чпонькуть? Ой, деду! Совсем дурак, что ли? Ну и сиди там. Чпоньки, ну ты иди сюда. Воу! Слава богу, меня щит спас. Нарежь мне миска, да, вот. Да подожди же ты. Что-то не совсем какие-то мясные, даже как-то скучно. Большая душа. Нахер. Ай, ай. Сколько вас здесь? Ты еще не же не мертвый. Не нежить. Лик. Не до конца упокоенный. Я не знаю, как про нежить нужно говорить правильно. Потому что они и так уже не живые, в принципе. Как вы думаете, он получится так вот ненавязчиво так подойти сзади? Еще более медленно, к сожалению, не получается. Да, не получилось. Я думаю, получится мануально покарать. Или у них нельзя воткнуть, потому что у них эти деревяшки. О, ты так умеешь. Смотри, мне борща лучше. Долго достаешь. Так, интересно, как нам спуститься вниз? Он оттуда, интересно, надо... Нет, там не получится. Можно ли вот здесь аккуратно? Нет, по-моему, нету такого. Дайте стой. Толстяк. Я думал, тут проход. Впереди дружба. Ладно. А, вон, смотрите, проход есть. All you faceless undead. No matter. If you've any sense, you go find you here in this land. Вы знаете, во второй части как-то решил послушать такой совет и лечь в гроб. Он почему-то очутился у товарища, который меня хотел убить, у босса. Нет, спасибо. You face death. Enough death to leave you broke. Yeah. Есть проход сюда, есть проход туда. Давайте посмотрим. Может, это как раз и есть вниз спуск. Конечно, кто бы, бляха-муха, сомневался. Так, ну. Опаньки. Чувак, это ты? Тебя же убили в первой части. Ты должен был умереть, если твою дочь говорит, господи, Сайна, где ты? О, pardon me. I am Zeke, to be honest. I'm in a... Have you ever walked near a white birch, only to be struck by a... Well... If I'm not mistaken, they come from да. This tower. Whoever it is, I'm sure I can talk. But I have to find a way up. This lift only goes down. Well, that does...
Ну ладно, думай. With a little warming up, I've got... Откуда у тебя... With a little... Все, ничего, да? Может помочь перекат. Ну понятно. В принципе, логика понятна. Давайте внизу вначале посмотрим. Ух ты. Вот это помещенница, и при том пустое. Что, даже никакого хабара не положили? Кстати говоря. Угля куча. Хабар. О, какой-то товарищ. Ни хрена себе. Ты чё такой дерзкий? Очень приятно, блин, отморожение он еще применил. Блин, а как его бить? Ну, смутно ясно. Удар отступления, удар отступления, как-то так. Ну уж ты, блин, наведешь на него. Ну, даже три удара получилось нанести, но это была моя ошибка. Не бы этот лучше сейчас оружие. Ну хоть через решетку не ударил. А почему я не смог его добить? Я вроде бы мощный удар такой нанес, а он идеальский меч. Астериан, о, вес 4D, это C, значит этот лучше будет в дальнейшем, но этот лучше сейчас, по прочности одинаково, по поглощению при блоке я блокировать не буду никогда, это гиблое дело. О. Путь жертв. Ага, это новая локация. Давайте посмотрим чуть-чуть буквально. И если что, вернемся в башню. Атаковать всех с налета. Ну, с каким-то Крисом. Вот это... Я не знаю, что с тобой, но тебя надо было, похоже, побыстрее убить. И то мне немножко не хватило. Камень утраты, что бы это ни значило. Так, вон там хабар. Чё-то я боюсь к нему подходить. Душа путешественника. Вот, я слышу еще одного чудика, похоже. И ни одного даже. И там еще кого-то, знаете, что-то я пойду все-таки вначале в башню. Мы там не досмотрели. Я вот не люблю оставлять за собой вот так вот. Вы же знаете. Так. И зачем этот путь наверх? Тут я не вижу никаких ништяков.
пожалуй, нам надо все обновить. Ну, отлично, чувака больше нету. Это как тот, наверное, сукигатаны, мать его за ногу. Это колонна так вызывающе стоит. Такое ощущение, что тут точно где-то есть секретные места, вот тут где-то. Тем более, я еще ни одного не нашел. Так, о, и там, смотрите, можно что-то, ну, что-то, по-моему, кажется, высоковато. Чувака больше нету. Чувак, ты догадался, да? Я тебе путь проложил. Платформочка. Хм. Лифтец приехал. Лифтет, всего голова. Душ. Ну, давайте посмотрим того, кто у нас кидался. А, это союзник? Хера себе. Окей. Ну, отдай мне копье такое, а? Ну, чисто так, для прикола поставлю. Может помочь атаковать. Что-то как-то мало желания, блин. Чувак, тебе не больно? У тебя в ноге торчит гвоздь. И что это? Я его сейчас так задел, я должен быть больно. Я такой-то каменный, поэтому, может быть, и не больно. Все, и ты мне даже ничего не дашь полезного. То сейчас я анально покараю, у тебя он просвечивает тем более что-то. Насквозь. Воу. Так, надо попробовать тогда спрыгнуть на ту штуку. Отлично. И тут ничего нет интересного. Don't disappear like, but thanks to you, I've unraveled the this. Молодец. Ты сам понимаешь, что это сарказм был, да? Что ты ни хера не отгадал. I went up the tower, so I thought. I'm not exact. Anyhow, do you see? I'm no coward, and I. How now? Think. I could try talking some sense in. No, I think I've got. Да, слишком горячий. Головой подумать. Чувак, это не черный властелин, чтобы ты, не знаю, головой подумал. Если вы понимаете, о чем я. И ты не девушка тоже. Если он нормальный. Нет, тут по краю что-то ходить с этой местной физикой мало желания. Значит, похоже, сюда. Хотя тоже мало желания вот здесь пытаться. Конечно. А, тут на... Ты, блин, я думал тут вниз. Смелости. Смелости было сюда спрыгнуть, я пересрался. Время пришло, смотри внимательно. Вот здесь мне нужно было бы, конечно, я так понимаю, от этот самый магию потливости. Че, чувак, ты отхватил этого монстра, да? Херово. Охренеть, даже блок мой не помогает. Можно тебе хвост откромсать, а? О, ты мне решил помочь?
Не успел я бы лечиться. Только начал лечиться, и он меня убил. Подождите, у него там чуть-чуть доставало же вроде. Кешу вроде бы добил. Гульфарона, кстати. Давай еще найти. Хорошо, что мы здесь открыли. Ну-ка, у нас эти... Нет, лицо не меняется. У них мне тоже мало желания. Прыгивать там. Это точно какой-нибудь аналог штанов найти в начале. Или кошачье кольцо. Что-то из этого, что тут есть. Норм. Ты уже тут? I could try to. I've got. Ну, думай головой еще, у тебя время есть. А, подождите, так я не улучшил оружие. Я улучшил эту хрень, чтобы она лучше била. Чувак мне решил, видимо, не помогать все-таки, хотя обещал, который кидается стрелами. С одного раза! Охереть! Может, с лука, естественно, расстрелять, а? Как вам такая идея? Да, хотя там моя жизня, поэтому по-любому придется дойти. Ой, как же долго он бегает сюда. О! Твою мать, сколько душ мы просрали. Туда нельзя, ясно? Твою мать, мы там 6 с лишним тысяч душ. Охренеть. Ну да, я же не спустил эту херь. Господи, когда я научусь? Давайте заберем свой ноль. Надо было выйти резко из игры, просто закрыть все. Может, он не успел бы сохранить последние секунды. Зачитать, что я умер еще раз. Господи, обидно-то как. Ну, зато мы будем знать, что даже с кольцом сюда идти не надо. Уголь, что ли, сожрать? Лишние жизни лишними не бывают. Ну, иди сюда, мой горячий друг. Чего ждать? Хера-то думать, прыгать надо.
word of the Knights of Katarina. Я не буду пока гореть, уж извиняйте. Как-то не до этого совершенно. Совершенно не вижу его жизни. Что-то мне кажется, лучше отойти. Да, не зря я так подумал. Так нечестно, это он был мой. А, спасибо, мне засчитали. Решил отдохнуть. Молодец, хоть в чем-то ты молодец. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment. Спасибо. My sword. Long may the sun. Так ты тоже не горящий, да? Поэтому, может быть, тебя после убийства твоей дочки. Ну то, что дочка его должна была убить. Well, the only thing to do, Bill. Поэтому, короче, он остался живой. Либо это, я не знаю, в какой-то северный шлем. До того, до первой части это все происходит. Физическое чуть лучше, да. А это что у нас? Физическое. Вот это получше физическое. И чуть-чуть, буквально, по-моему, да, тяжелее. 3,7. Ну, не настолько, чтобы шоковесу добавлять. Вот. Тоже. Нет, вообще хуже. Это получше, но опять же не настолько, чтобы 4 единицы тратить на это. И чё ты не прыгнул? Сюда вообще интересно, можно забраться? Хотя я там вон вижу какой-то хабар. Давайте обойдем, может быть, есть нормальный пролаз. Ну да, я тут херню страдаю. Не-не-не, ты не то делаешь. Бледный язык. Тут пусто. Тишина наведет на какую-то новую локацию или нет? Большая дубина. Тут, по-моему, больше ничего нету. Висящих трупцов я больше не вижу. Висите, трупцы. И Гэндальф. Чё-то я бегаю куда-то, бегаю. Чё, я пришёл назад, откуда тут и был, да? Я думаю, показал, что так свет преломлялся, что они еще живые. Как помните лампы в Диабле? Косточка возвращения. Там же были привязаны типа души клеткам, и они горели. Вот, кажись, что-то нашел, куда идти. Мертвый. Тихо! Пилюля из красных жуков. Мои любимые. Десант хренов, ты посмотри, он сейчас как прыгнет на голову и все. Хирок-хирок и в продакшн.
Нет? Атаковать из засады. Ну, я так и знал, что тут какая-то... Ну да, прям такие намек, что давай, заходи. Хотя, может быть, тут? Мне вообще показалось вначале, что тут... Тихо, я слышу кого-то. Это лишь жалкая собака. Тогда все-таки я пойду... так и знал, что надо применить. Хотя он никчемный совсем, если от одной стрелы у него половина жизни. Красивый череп. Хоть ты, бляха-муха, и ради этой лажи стоило так стараться. Стоило столько нервов тратить. Бояться, что? За книжными шкафами бывают секреты. Вряд ли из них кто-то будет делать, наверное, эти фантомные стены. Но при нажимании на А что-то ничего не появляется. Ладно, пойдемте исследуем дальше эту локацию. Тыкс, 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 тыкс. Вот, я ж тебя слышал, симка. Атаковать из засады, осторожно вверх. Всем. Опять ты прицел мне меняешь. Кстати, не просят. Да сдохни. Клетки херовые. Я слышу мужика какого-то. И я вижу еще сундук. Нормальный сундук. Смола какая-то. Ты жужжал тут или как? Нет, я еще слышу. Мужик, тебе норм? Не сильно, кстати, убился. Я вообще хотел бы с ноги пнуть. Короче, вот эти висящие клетки чисто для антуража, знаете, чтобы притупить бдительность, что ты так смотришь, думаешь, а, сейчас упадут, они не падают. Только на них тогда и прицел, по идее, не должен был выделяться. Чтоб правдоподобнее было. А, вот, наверное, кто-то дышит здесь. Мне не нравится, что тут под коробками. Подождите, две бабёхи? Ёпть. Охренеть! Лежу себе полумертвый, никого не трогаю. Почему-то еще со спины не получилось ударить. Ладно, возвращаемся. Мало приятного. Главное сейчас не свалиться по глупости, а то еще и те... Сколько там, 6 тысяч или 5 тысяч потеряем?
Монстр, надеюсь, не будет. Хотя, в принципе, он не настолько мощный, как казалось. Тихо. Интересно, как тут лифты устроены? За счет чего они туда-сюда двигаются? Я бы гигант этого поставил наверху, он все равно ничего не делает, кроме как. Хотя, может, он какую-то это самую энергию делает за счет того, что копья кидает. Привязать копье, допустим, к чему-нибудь. И кидаешь. Там какая-нибудь эта самая пружина наворачивается. Так, по-моему, здесь, да? Что-то я забыл, куда прыгать. Вообще, пора бы уже заканчивать тоже. В общем, сейчас попытаемся быстро по-пырому баб убить. А потом я тут доисследую. Не думаю, что тут еще что-то много интересного будет. Так, убьем собак. А мимо решеток попытаемся тупо пробежать. Тем более они не то чтобы очень много отнимают. Норм, пробежали. Ух, ёптель, а почему я там? Меня там вообще, по-моему, не было. О, что ты делаешь? Что-то нет. Да я прыгнул! Почему не нажимается? Я бы кольцо оделся жертвенное, ну твою мать. Короче, я приду отомщу им за рамками этого видео. Мои 5000 душ. Суки. На этом я с вами прощаюсь. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага, который просрал сегодня 11 тысяч душ. Это где-то почти 3 уровня. Да. И всем пока.